Боже, они меня догнали. Как это, ловец привидений. В основном перед уборкой, так что вот так вот спасаемся. Вот такая вот мотивация. Жить. Убегаем, убегаем, убегаем. Убегаем, убегаем от малышей. Убегаем от малышей. Боже, они меня догнали. Что такое? Мама не дала телефон. Ну вот как снимать? Тихо, тихо, сковородку не трогать, ничего не трогать, плиту не трогать. Не трогать, не крутить, ничего. Ничего не трогать. Абсолютно ничего не трогать. Тёмочка, солнышко, все, я освободилась, все. Все, на, скорей, не капризничай. Скорей, ой, боже мой, телефон дали в руки, боже мой. Приветики, приветики, доброе утро, пожелайте. Мне детишки отбирают телефон, я не знаю, что это. Мать, истерики устраивают просто кошмар. Мама, мама, вечно ее тянет на танцульки какие-то, но это здорово. Это очень поднимает настроение, добавляет энергии, в общем. Ну, на самом деле, это правда, конечно. Я люблю танцевать. Я в свое время, в школьные годы, ходила на танцы современные. И мне, вы знаете, это очень нравилось. Сейчас я все забыла уже. Тёмка, иди сюда. Иди сюда скорее. Привлекаю детишек позаниматься, побегать, попрыгать, в общем. Это как физическая, как зарядка, в общем. А тут самолет летит. Только это намного интереснее, чем обычная зарядка. Всем привет! Танцы очень заряжают, правда? Да, скажи, классно с мамой потанцевал. Just Dance у нас, да, всегда. Тёмочка, покажи, что у тебя за спиной. Скорей, скорей. Это мы так на речку ходили, ездили летом. Артуру я покупала. Вот так вот, скажи, можно ходить, и водичка у всех брызгает, да? Это как этот, как это, ловец привидений. Фильм такой известный, давнишний, да? Ты нашел что-то, любитель поиграться с водой. Ладненько, детишки. Вы тут ходите, а мама уже голодная. Смотрите, 11:30, я еще не завтракала. Дети-то поели, а я нет. У меня блины, грибы. Все, и приятного мне аппетита. Только не знаю, придется на ходу кушать, как в принципе часто я это делаю, потому что детишки мне бегают по квартире. Что, детишки? Рисуем мелом, да? Это все, что осталось из таких больших кусков. Видите, они толстые, мелкие. В общем, иногда даю рисовать, в основном перед уборкой, потому что смотрите, сколько мусора от мела. Ну, это же мел. Убирать бы, по идее, Тёмочка. Там никого нет, бабушка пошла в магазин. Так, не трогай, Занька. Телефон быстренько положи, вот это вот телефончик. Всегда у нас Тёмка тягает, да? Который надо бы прибить повыше куда-нибудь. Задание папе. Сделать подставку под телефон, чтобы Тёма не трогал. Потому что нам пришлось даже отключить здесь... Ну, в общем, как это, розетка называется. У нас кондиционер работает от него. И кондиционер, и, в общем, удлинитель. Там Марина свой телефон подзаряжала, было очень удобно. А так как Тёмочка у нас постоянно хватал здесь, вырывал все, пришлось отключить. Поэтому у нас, смотрите, что здесь творится. Нам не хватает розеток. Ну вот, пришлось Вове тройник купить, пока так. Ну, до жарких времен нам кондиционер, в принципе, не нужен. Так что вот так вот спасаемся, да. Благодаря детишкам любопытным, да. Вот, смотри, как ты зарисовал. Он двумя руками, смотрите, рисует. Ну, на самом деле у нас Артур и левой, и правой рукой, и может кушать, и рисовать, писать. Ему, в общем, без разницы. Я забыла, как называются такие дети. Ну, либо такое умение, либо это вообще нормально для людей. Я не знаю, не изучала. Тёмочка, ну все, бери, давай помоем. Не-не-не, давай пока. На пол не надо трясти, держи себе два мела, смотри, как тебе подфартило. А, ну вот так, да? И мы помоем. Вот так, вот давайте, наиграйтесь уже, да я буду пылесосить. Как раз можно спокойно попылесосить, потому что, смотрите, сколько за два дня уже набралось. Ну, тут и мел, и куча всего, и еда. О, боже мой, ну грязно, конечно, надо убирать. Я не люблю такую грязь, поэтому я сейчас буду заниматься уборочкой. Вот так вот.
Мотивация на уборку. Настроение сегодня классное. Мы с утра натанцевались, вы видели. Настроение, кстати, танцами очень классно поднимается. Ну, действительно, вот своя любимая музыка. И все, и настроение просто класс. Да? Детишки, что ты хочешь? Что хочешь? Что, мой зайка? Пойдем пылесосить. Пойдем? Пылесосить пойдем? Да? Да, скажи, я понял, я пошел. Самый большой бизиборд в мире. Да, Тёма? Давайте пылесосить. Давайте чистоту наводить. Давай, налетай. Кто убираться? Кто маме помогать? Вы же помощники маме, правильно? Забираем, слаживаем пылесос и наводим чистоту. Вот такая вот мотивация. Жить. Мотивация простая. Жить в чистоте. Вот так вот. Это приятно и прекрасно. Что еще сказать, не знаю. В общем, убираться надо. Так, все, за дело. А вот и очередная уборочка начинается. Детишки без меня никуда. Они всегда со мной. Я не сопротивляюсь этому. Пускай помогают. Они не мешают мне, если честно. Мне очень забавно за ними наблюдать. И сегодня вы понаблюдаете вместе со мной. Потерялся? Ты весь мели. У тебя голубые щеки. Покажи свои руки. Тебе надо помыть. Вау, мама вся в меле оделась. Сегодня только все чистое. Ну, детишки дает. Так, быстренько, все смести. Так, Тёмка уже захватил пылесос. Тёма сейчас настолько настойчиво у меня выпрашивает этот пылесос. Они, в общем, друг у друга отбирают. Но это смешно. Артучка мне показал, что ему надо нарезать бумажек, потому что им очень нравится пылесосить их с пола. Что я, в принципе, сейчас и сделаю. Ну, пускай ребенок поиграется, позабавится, в общем, ну и делом займется тоже. А я там пойду сейчас что-нибудь, я не помню, что я уже делала, наверное, помою холодильник или что там, зеркала. В общем, там снаружи нашей комнаты, в общем. Ну, а сейчас мы посмотрим. Я ухожу, что у нас Артурчик будет делать. Ну что, у детишек все прошло гладко, вот я вернулась. Я, конечно, смотрела за ними, приходила, наблюдала, что они тут делают. Вот, свои дела там поделала, по-моему, туалет мыла. Вот так вот. Вот, и продолжаем убирать комнату. Стол я так и не отмыла, подоконник я так не отмыла. Надо посмотреть, что у нас есть за средства, и действительно взяться за ней, за это дело, и отмыть наконец-то. Вот, как обычно, я мою зеркала, столы вымазываются детками, потому что Артурчик у нас кушает за этим столом, в своем стульчике он почти не сидит. Вот, видимо, уже взрослый стал. Вот, вот и малыши мои дальше продолжают общаться вместе. У них неплохо это уже получается. Все проходит у них довольно спокойно, я этому рада, конечно же. Если между ними возникают какие-то споры, я не дожидаюсь там криков, писков особо или там, не дай бог, драки. Я сразу начинаю им объяснять, что, как, к чему, чтобы они дружили. Это все-таки братики. Мы семья одна, и мы хотим жить дружно. Это самое важное. Вот, и поэтому много-много объяснений происходит. Артурчик уже взрослый, все понимает. Ну, с Тёмочкой немножко сложнее, но он маленький. Ну, он тоже много чего, кстати, уже понимает. Ну, вот такие дела. Ну что, наша уборочка подходит к концу. Сегодняшнее утро я буду заканчивать. Вот, потом немножко доделаю еще какие-то дела, и все.
Спасибо моим детишкам за помощь. Спасибо вам, зрителям, за просмотр. Всем пока.